Чем мне нравится Россия? Тем, что наши двигатели ездят очень-очень долго. Это не только автомобильные движки, но вот другие двигатели. То бишь, мы о чем сейчас говорим? Мы говорим о том, что наши подводные лодки работают. Мы говорим о том, что наши поезда также работают. Представляете, пространство какое, да? 14 тысяч километров. Поезда ездят. Кроме всего прочего, работают замечательные наши движки для судов, для больших судов. Также все дело работает. Кроме всего прочего, со времен Второй мировой войны у нас были танки, да, Т-34-85. Так вот, этих танков Т-34-85 очень много. Почему все это дело делается? Да, может быть, мы поглощаем масло в некоторых количествах. Но еще раз вам объясняю ситуацию. Берем Америку. В Америке написано, что масло вам необходимо менять каждые 3000 майлов, то есть 5000 километров. Меняйте масло. Оно стоит там копейки. Это вам здесь по ушам проезжает, что оно стоит каких-то космических денег. Ну с чего? Ну с чего, а? Цена на нефть низкая. Ну, подумайте сами. Лучше по морде было бы дать, если было кому-то. Но такого не получается. То есть, ребят, оптимальный вариант, на котором я езжу, я заливаю себе, естественно, Лукойл. И в коробку я также к себе заливаю Лукойл. Потому что я знаю этот результат. Потому что, ну, сколько я не летаю на самолетах, я везде, и за границей в том числе, вижу лукойловские баги, танкеры. Теперь другой вариант. Почему наши машины настолько хорошо ездят? А, вот это наши товарищи решили всем показать, как мы будем ездить. И в свое-то время, и вообще везде, мы открывали различные вещи, которые мы добавляли в масло. И двигатель работает лучше, и по сути события. То есть мы о чем сейчас говорим? То есть вы, конечно, можете менять свой двигатель и еще что-то делать, если у вас побежало масло. Но если вы будете менять его часто и брать не сильно дорогое, то как бы особых проблем-то и не будет. То есть, ну, грубо говоря, катаетесь. Сейчас объясню ситуацию. Вот я езжу 5000 километров, да? На эти 5000 километров я добавляю литр масла. Нормально? Не такое большое количество, правильно? То есть и по цене вопроса все стоит гораздо дешевле, чем тот самый бензин, который вы туда заливаете, да? Ну, пускай немножко подцапливает, да ничего сложного там нету. Мало того, я вот любые движки смотрю, да, сколько бы они прошли, у всех, естественно, ну, где-то масло подтекает. Ну, другого варианта нету. Другой вариант, нужен ли вам этот дивный ремонт? Я не думаю, потому что, ну, пункт номер один, у нас нет людей, которые могут этот ремонт сделать. Это я вам честно скажу. У нас в Магнитогорске людей нету. Ну, очень-очень малое количество, которое вам что-то могут сделать. И либо мы добавим вам присадку. К сожалению, вы не можете увидеть то, что я делал. По одной простой причине. Если бы я делал это дело сначала, сюжету, да, в интернете уже было 5000 сюжетов. Сейчас пока 2000 сюжетов. А так все присадки и масла, грамотные присадки, грамотные масла, я вам уже демонстрирую. Сегодня и сейчас мы вам представляем производителя города Челябинска. Вот они делают такие РТВ-лидер, ДВС-75 и ДВС-100. По сути событий, это все от количества масла, которое вы заливаете. То есть вот это получается на 1,5 литра, а на соточку это на 2 литра. То есть если вам надо, покупаете 2 на 4 литра и вот продолжаете работу. Теперь вариант, как все это дело купить. Легко и просто. Позвонив по моему телефону 8-952-526-68-65, вы это дело все и покупаете. Я очень серьезно рассказываю, что как бы я фуфлом не занимаюсь и беру только нормальный качественный товар. Нормальный качественный товар, вот. Возникает другой вопрос. Может быть, у вас что-то не получится. Вы бы хотели, чтобы я вам это дело обработал. Все это можно сделать. Цена вопроса будет 1000 рублей. Неоднократно я это вам объясню, как мы все зальем. И ваша машина будет работать дольше, гораздо дольше. А зная, ну, сейчас такую забавную особенность нашего бытия, да, что до 2019 года мы как-то с машинами будем обходиться гораздо более аккуратно, чем ранее, я бы рекомендовал все-таки обратиться ко мне. Потому что разочек обработали и дальше спокойно катайтесь и забыли про то, что ваш двигатель имеет какие-то косяки, потому что эти присадки все это дело восстанавливают. Ну, а чтобы вы поняли, как это работает. Вот вам кадр, как после обработки лидером машина работает без масла. Нет, ну вы, конечно, хотите втирать, что любой двигатель может работать без масла. Только вот какой? Вот этот двигатель работал 3 дня подряд. Ваш так может? Вы, механики долбаные.
А чтобы это можно было сделать с вашим двигателем, давайте его обработаем лидером. И после этого вы получите исключительный результат. Как все это делается? Да все легко и просто. Новое масло заливаете и туда добавляете. Через 1000 километров сливаете масло, обрабатываете двигатели маслами другими, ну, промывочное масло заливаете, и потом еще добавляете. И третий этап. Все это дело вы заливаете, когда машина пробежала 10 000 километров. Все. Забыли, и у вас все нормально. То есть и машина живет гораздо дольше. И ни масла, ничего другого она не использует. То есть вы делаете, и все делается правильно. Вопрос, где? Конечно, вы бы хотели, чтобы это было бы в каких-то других местах. Но чем вам автостоп-то плох? То есть автостоп знает, что это такое. И автостоп вам конкретно рекомендует, как этот двигатель обработать. Другой вариант. Все мои двигатели были, естественно, обработаны. И поэтому они работают и до сих пор. И я вам серьезно говорю, что к своим движкам я не имею никаких претензий. Пускай они работают и дальше, потому что это круто. Потому что я их обработал, и я забыл про слово пробег, понимаете? Залил и дальше катаюсь. Вот оно мое счастье, вот оно счастье программы «Автостоп». Я думаю, что и ваше оно будет в том числе. Как позвонить? Телефон мой простой, 8 952 526 68 65, и мы обработаем и ваш двигатель в том числе.